Добро пожаловать, господин. За дверью может бушевать пламя ада, но наши напитки останутся прохладны. Наше пиво поможет вам преодолеть половину. Иди сюда, женщина! Я умираю от жажды! Мне нужно что-то покрепче! Пожаловать, господин. За дверью может бушевать пламя ада, но наши напитки останутся. Добро пожаловать в Орден Красной Зари. Наслаждайтесь. Ты поломщик. Новая вещица. Обожаю. Кайфоломщик. Кайфоломщик. Плохая овечка. Трейси! For the Overlord! Теперь вы можете расширить штат.
Погодите! Она сошла с ума! Госпожа! Никто не должен беспокоить ее величество, пока она с сэром Уильямом. Выходит, сэр Уильям, икона непорочности, согрешил с королевой? Значит, ей все мало. Она еще крепко об этом пожалеет. Верность суккубам не свойственна. Подозреваю, мы нашли источник, откуда проистекает зараза. Королева не желает видеть вас. Она готовится к празднеству в уединении. Мне нужно что-то покрепче. Ты их не возьмешь. Они наши, они нас любят, они любят нас. Thank you.
Господин, девушка Елена, на которую собирался жениться сэр Уильям, она моя сестра. Мы с ней не разговариваем. А если разговариваем, то только когда она вляпается в историю. Судя по всему, в этот раз она вляпалась по самые уши. Говорят, он призвал ее, чтобы удовлетворить его. Ну, вы понимаете. Говорят, он призвал ее, чтобы удовлетворить его. Ну, вы понимаете. For you. Разве мы не бросили тебя умирать в этой проклятой башне? Тебе не стоило являться на мою вечеринку без приглашения. Да еще и в таком наряде. Yeah.
Кота Аполлона! Сейчас! По крайней мере, ты меня немного развлечешь. Надеюсь, ты умеешь держать дистанцию, недотёпа. Даже в боли есть своеобразная красота. И даже в смерти. Поверить не могу, что я так долго оставался благочестивым и непорочным. Сколько лет прошло впустую. И в смерть меня только радует. Осторожно, не убей всех моих гостей! Словами не передать, как приятно сбросить оковы морали и забыть о замшелых догмах. А ты не промах, оборванец. Но не переоценивай себя. Я куда опытнее. Пою! Я здесь. Скажите этому жадине, королю гномов, что свадебные подарки я ему не верну. Если не будет свадьбы, так пусть хоть подарки останутся. Колдун научил меня, как обрести свободу. Я не позволю неоттесанному болвану отнять ее у меня. О, это Елена. Он следит за нами. Он всегда следит. Нет, туда
удовольствий полнее, чем удовольствие плоти. Приветствую тебя, незнакомец. Молва не передает всей твоей красоты. Ты привел мне в подарок маленьких эльфиков? Ох, не надо было так тратиться. Впредь дари что-нибудь блестящее и дорогое. А теперь позволь тебя отблагодарить. Вижу, она в порядке. Дальше сама справится. О, она горячая штучка, повелитель. О, Гнарл, ступай в угол. Мне придется сходить и все уладить. Повелитель, увы, в башне может быть только одна госпожа. Пришла корчить из себя заботливую сестру? Опять решила мне праздник испортить. И это в ту минуту, когда я и мой спаситель хотели познакомиться поближе. Сэр Уильям вызвал похотливую демонессу, выпустил чуму в город, а потом и вовсе умер. Понимаю, с чего ты так нервничаешь. Но не вздумай соваться в мои дела. Уильям? Ну, он просто пытался подстроиться под меня. Я уже собиралась его бросить, но он меня запер. А потом пришел ты, мой черный рыцарь. Вам стоит знать, господин, что в ваше отсутствие я нашла способ усилить бурых и синих прихвостей. Банальный подкуп, Роза. Я думала, ты побрезгуешь. Тогда и я скажу, что смогу усилить красных и зеленых эльфиков. А еще много чего сумею сделать для тебя, дорогой, если ты перенесешь в наш дом эту кровать. Не слушайте ее. Это было первой ошибкой любого из ее мужчин. Поверните колесо и идемте скорее. Вы же видите ее насквозь, господин. Не понимаю, над чем тут можно размышлять. Ты пожалеешь. С ней можно со скуки помереть. Я рада, что вы приняли верное решение. Не обращайте на нее внимания. Госпожа Роза уже применила усиленное заклятие к вашим бурым прихвостням, повелитель. А синих вы можете усилить сами в личных покоях. Ну-ка, красавчики мои, будьте внимательны, а то тетя Роза вас накажет. У моей сестры свои причуды, господин. Отца вечно не было дома, вот мама и баловала ее. Свой щенок, собственный пони. Овечки не было? Догадайтесь, кто смывал кровь. Кстати, об уборке. Здесь не помешает женская рука. Вам давно пора сделать покои поуютней. Я приветствую!
мой господин. Ты заботишься о своей невесте. Я тронута. Это придаст свежести. Правильно. От башни должно веять настоящим злом. У тебя прекрасный вкус. Ты читаешь мои мысли? Вы расточительны, мой господин. Ты читаешь мои мысли? Ты читаешь мои мысли? Госпожа Роза просит вас нанести ей визит, господин. Мой господин, я бы хотела познакомить вас с парадигмами тиранического стиля. Дай позырить! Не пихайся! Я приготовила диаграммы и крепкий чай. Заходите. Теперь берете и здесь... Жесткий прессинг, полное уничтожение, берет меч и прямо в маневр ножницы. Вы все запомнили, господин? Удачи! Бармадун! Кузнец! Ош!